Я нашел новые туннели с порталами разных размеров с интересными персонажами. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые интересные туннели. Смотрите, какие тут классные персонажи. Это Катнеп, Крош из Смешариков, Брезгливость и Гнев из Головоломки 2, ну и Коржик из Три Кота. Я думаю, что все персонажи вам знакомы, они очень супер интересные и классные. Не забудьте, пожалуйста, поддержать лайком, подпиской, а мы отправляемся, мы увидим каждого из этих персонажей сегодня в видео, так что досматривайте до конца. Ну а мы отправляемся в изумрудный тоннель к Брезгливости. Погнали! Что там, ребят, происходит? Давайте-ка к ним в гости зайдем. О, это ж персонажи из Головоломка 2, смотрите! Это Гнев! Смотрите, как он злится, аж голова горит! А это Брезгливость! Ой, да, уйди, Зомбак, фу! А что они делают в моей кровати? Фу, какашки! Забери их отсюда, Зомбак, пожалуйста! А, я знаю, кто это такие, это же какашка Пу. Смотрите, какие они прикольные, прыгают, радуются. Ну да, я понимаю, Гнев у нас всегда злится, а Брезгливость, ну она боится. Ей неприятно, противно, что у нее тут вот эти вот персонажи прыгают. Ладно, давайте я вам помогу, конечно, я сейчас их с собой всех заберу, не переживайте. Так, ребятки, давайте, хватит тут прыгать, ну, пойдемте со мной. Ап, отлично, одного поймали, второго забрали, пойдешь со мной? Нет, я никуда не пойду, я тут буду сидеть, а мне и тут нравится, бе-бе-бе. Да, конечно, я тебя с собой заберу, пойдем. Мы лучше найдем для них новый хороший дом, да? Потому что здесь им не рады, но Брезгливость их боится. Ну, вы посмотрите, она ее прям тошнит, наверное, от этого всего. Вы посмотрите на нее. Ой, жесть. Ладно, сейчас мы их быстренько всех заберем, а то они тут по кровати прыгают грязные. Так, иди сюда, подожди. Так, идем, хватит убегать, я его еле поймал. Все, спасибо большое, Зомбак. Ладно, надеюсь, больше эти лайфы не придут к нам домой. Спасибо. Да не за что, конечно, я рад вам помочь. Передавайте привет своим друзьям. Ладно, на, я пойду. Ребят, наверное, освобожу их, да, потому что, слушайте, тут есть классное болото. Смотрите, какое красивое. Давайте его прям там их и оставим. Ну, это будет самое классное место для них. Вот они здесь прыгать за хоть сколько захотят, да? Вот, поставим. Ой, привет, давай, пойдем со мной. Он идет за мной, смотрите, какой классный. Ай да, пошли. Мы с ним по болоту гуляем. Теперь это мой друг, мой питомец. Да, выглядит он, конечно, немножко смешно, но он вообще крутой. А у меня их еще много, давайте их всех поставим вот так вот. Целую кучу. Я много пособирал. Во, все пошлите за мной. Вы на это посмотрите, ребята. Какашка Пу идет за мной. Всей целой ордой. Давайте через болото переплывем. Погнали. Так, там какая-то ловушка. Что это за штука такая? Пойдемте, поплаваем. Они реально классные. Ладно, ребятки, давайте, удачи вам. Я пойду дальше. Мне надо еще новые испытания проходить, да? А я пойду. Погнали, ребят. Мне кажется, или там Катнеп сверху летает и крутит вокруг себя всякие дома и грядки. Ты чё тут забыл? О, Зомбак, ты тоже здесь? Ха-ха. Значит, увидишь, как я сейчас уничтожу их дом. Он, ребята, управляет разной магией. Смотрите, он бросается домами. У него грядки летают, колодец. Что происходит? Он ломает дом. Здесь головоломка вообще-то живут. Так, слышь, ты, ну-ка, уходи отсюда. Нет, не мешайся мне, Зомбак, иначе я и тебя куда-нибудь брошу. Ну или твой дом сломаю. Он прям домами в них кидает, он все разломал, смотрите. Ты что делаешь? А ну быстро уходи отсюда, сейчас мы его водой потушим. Прям дом летит. Жесть, ну-ка, Катнеп, надо его, ребят, победить. Я его сейчас водичкой закидаю, я могу управлять водой. Смотрите, это какой-то аватар. Я могу взять воду и прям в него кидать. На, получай, Катнеп. Сейчас мы тебя одолеем. А, он прям в меня домом чуть не попал. Ну вы посмотрите, что он наделал. Он уже половину их особняка уничтожил. Это так не делал. Да хватит, Катнеп, да успокойся. Ну давай дружить, может ты добрым станешь, а, и помиримся. Да, конечно. Размечтался, Зомбак. И сейчас я тут дом доломаю, а потом пойду твой дом ломать. Да не смешно так.
Ты что делаешь? Ну-ка, ладно, все, давайте мы, ребята, остановим его. Я сейчас его водой потушу. Он, видите, огнем управляет, и, скорее всего, этот огонь помогает ему управлять вещами. Он телекинезом, наверное, крутит. Ребят, мы его победили! Это круто! Мы справились вместе с вами. Друзья, мы большие молодцы, но вот дом весь уничтожен, вы на это посмотрите. Я знаю один способ, как все вернуть назад. Нам, друзья, нужна будет ваша помощь. Да, именно ваша. Да, поставьте лайк, подпишитесь прямо сейчас. Вот прямо сейчас нажмите на лайк и подпишитесь. Я считаю до трех, и весь дом вернется назад. Прямо на ваших глазах, смотрите, давайте раз. Давайте, ставите лайк, подписывайтесь. Раз, два, три. О, все починилось, пора сработало, ребята, классно, смотрите, получилось. Дом снова целый, все хорошо, это очень круто. Ладно, погнали дальше. О, смотрите, я недалеко отошел туда. Это что, Крош и Коржик? О, привет, зомбака, мы тут гонки хотим устроить. Кто из нас самый быстрый? Погнали, Крош! Ух ты, ничего себе. Ребята, это Крош из Смешариков и Коржик из Трикота. Они хотят соревнования устроить. Давайте я за вами буду следить и смотреть, кто самый быстрый. Давай, я первый пойду. Погнали, вперед, я опережаю. Нет, Крош, да не догоняй. Ребята, ничего себе, они почти в уровень приходят. И кто победил? Вроде как Коржик, да? Ребят, а вы как думаете, кто из них победил? Коржик или Крош? Пишите в комментариях. Да так нечестно! Я тоже был бы первый, но он просто меня обгоняет! Ладно, сейчас я его выиграю, смотри, матч-реванш! Теперь я первый приду! Моя победа будет со мной! Ну давайте, давайте, ребятки, кто первый? Погнали! Ух ты, первей ты раньше стартанул, так нечестно! Но Крош догоняет! Ничего себе, вот это гонки! Он вырывается вперед! Ох, да, он действительно быстрее! Ну, тут, наверное, да, можно победу дать Крошу. Но у вас 1-1, это значит ничья! Да, но это было действительно круто! Я надеюсь, вам, ребят, эта гонка понравилась. Ладно, ребят, давайте, удачи! Я пойду дальше! Возвращаемся, друзья, обратно! Вот такие интереснейшие тоннели у нас сегодня получились! Да, был и ТНТ тоннель, и всякий алмазный портальный тоннель с катнепом. Было действительно интересно. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Зомбак, и смотрите другие мои ролики. С вами был... Да, это я уже сказал. Всем пока, друзья!